Утренняя спешка на перекрестке привела к еще большей потере времени. Перекресток Военное шоссе, Народный проспект. Девушка на Лексусе двигалась по главной в сторону Некрасовского путепровода, когда ей наперерез выскочил Краун. Остановить автомобиль дама не смогла, точнее, остановила только когда уперлась в правую сторону седана. На перекрестке Военное шоссе, Народный проспект произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель Лексуса двигался по главной дороге, наперерез ему выехал водитель этого Крауна, ступил на дорогу, ударив в переднюю часть. Ущерб свой водитель Лексуса оценил более 50 тысяч рублей, оформление будет через ГАИ, дальнейшие действия будут проводить сотрудники ГИБДД. По словам девушки, она могла бы избежать ДТП, если бы скорость авто была чуть поменьше. Но водитель Лексуса торопилась отвезти ребенка в сад, который в результате аварии, кстати, не пострадал. Водитель Toyota Crown своей вины не отрицает. И так как повреждение автомобиля невиновного водителя более 50 тысяч, участники ДТП вместе с представителями полиции составляют схему происшествия.